Практика необратимого исцеления, омоложения, трансформации духа и тела. Эту чудесную практику мне открыл гималайский йог Джат Мирра, посланник Шамбалы, когда я медитировал в одной из таинственных пещер, спрятанных в одном из ущелий Великого Гималайского хребта. Есть предание о том, что в этой пещере медитировали великие йоги Будда, Шакьямуни, Миларепа, Падмасамбхава. В ней останавливался Христос во время своего 18-летнего путешествия по Гималаям. Джат Мирра появился внезапно ночью. В огне очага мне удалось рассмотреть его. Это был высокий, широкоплечий, мускулистый мужчина без возраста. По лицу ему было лет 35-40. Волосы были темные, волнистые, не спадали до ключиц. Он был с голым торсом, босиком, в одной набедренной повязке, хотя по ночам были морозы до минус 20 градусов с ветром. Кожа у него лоснилась, взгляд был острым, чутким и строгим одновременно. У нас было несколько встреч и бесед. Он поведал мне техники, которые позволяют человеку быть молодым столько лет, сколько он пожелает. Самому Джаду Мирра, как потом оказалось по его словам, было более 1000 лет. Но я видел, как легко он перемещался по горам, скалам, снегу, будто у него исчезал вес. Он мог переходить в энергетическое существование, превращаться в свет и перемещаться во Вселенной. Однажды он показал мне эту способность. Его тело превратилось в свет. Были видны внутренние органы, но они тоже были светящиеся. Затем йог собрал свое тело в шар и вылетел из пещеры. Он сказал, что в будущем человечество перейдет в энергетическое существование, тела людей трансформируются в тела света, и люди расселятся по Вселенной. Эта практика необратимого омоложения или практика великого перехода, как он называл ее, хранилась прежде в тайне и передавалась только посвященным. Но ввиду того, что человечество приблизилось к великому переходу, он открыл ее мне, чтобы передать ее людям, чтобы те могли изменить природу своего тела и пройти великие энергетические изменения, какие предстоит пройти человечеству в ближайшее время. Практика необратимого исцеления, омоложения, трансформации духа и тела или практика великого перехода. Станьте в шаге напротив стула или кресла, на которых вы будете создавать образ необратимого омоложения. Можно это делать стоя. Закройте глаза и скажите про себя мысленно. Сейчас передо мной сотворится образ необратимого исцеления и омоложения. Это новое состояние тела, клеток, природы моего тела. Это новое существо, способное жить свободно и счастливо в любых условиях, в том числе и в новом мире, который образуется после Великого Перехода. Затем нужно еще сделать глубокий вдох. И глубокий выдох. И погрузиться в образ необратимого омоложения. То есть сесть на стул, кресло или сделать шаг вперед, если вы делаете практику стоя. Погрузившись в образ необратимого омоложения, нужно полностью отдаться процессам, которые начнут происходить в теле, в клетках. Вы почувствуете тепло, волны вибрации, пульсации, огонь. Возможны какие-то дискомфортные ощущения. Это нормально, ибо исцеление, омоложение, трансформация человеческой природы часто идет через обострение, давление, болевые ощущения. Войдя в образ, произнесите про себя или вслух.
Я запускаю программу необратимого исцеления, омоложения моей физической и духовной природы. Отныне я буду исцеляться и молодеть с каждой минутой, часом, днем, независимо от моих мыслей и действий. Начните пропитываться состоянием омоложения. Дышите кожей, головой, волосами, руками, ногами, туловищем, всем телом. Клетки, получив команду, потянутся к цели, начнут подниматься на новую ступень существования, жизнедеятельности, в которой нет места старости, болезням и смерти. Клетки, как усердные труженики, как альпинисты, как бы начинают карабкаться на новые вершины молодости, красоты, здоровья. Мы, например, можем ногами делать шаги, перейти с одного места в другое. Такие же шаги нужно постараться делать клетками, чувствовать и помогать им в преображающем движении. Почувствуйте, ощущайте, как клетки делают эти шаги в новое существование. Используйте следующее утверждение, призывы, команды. Я бью в набат, даю старт клеткам, всем органам, всему телу становиться здоровым, вечно молодым и красивым. Я призываю свое тело, клетки, перестроиться, перейти в новое состояние идеального здоровья, света и любви. Я призываю энергию неба и земли, энергию солнца и галактики, энергию Вселенной и других миров исцелить, омолодить, преобразить мое существо. Я призываю сердце, печень, почки, легкие и так далее перейти в новое существование. Если вам необходимо придумать свои призывы, само тело вам подскажет нужные слова, ключи к запуску процессов физического, духовного, энергетического обновления, омоложения вашей природы. Придумайте, создайте, сотворите свой новый образ человека, от себя добавлю, свой эталон, в который вы будете переходить, какими вы будете становиться. Не ограничивайте себя, мечтайте по максимуму. Даже если вам далеко за 60, представляйте себе юношей или девушкой в образе необратимого омоложения. Увидьте себя четко. Какие у вас новые глаза, тело, рост, волосы, кожа. Чувствуйте это, ощущайте физиологически клетками тела. Идите к этому новому образу, новому телу. После этой практики начнут происходить чудеса. Все вокруг, Вселенная начнет работать на продвижение вас к цели, осуществлению поставленных вами задач. Например, вдруг появляется желание заниматься бегом или возобновить занятия йогой, или, например, изменить питание. Кстати, полезно стать сыроедом. И так далее. Принимайте эти побуждения и следуйте им. Главное, конечно, следовать. Клетки тела в соответствии с поставленной им задачей начнут организовывать новое пространство, новую жизнь. И к вам придут новые побуждения. Прислушивайтесь к ним и следуйте им. Сами клетки будут менять вашу жизнь, руководить вами, организовывать вашу жизнь так, чтобы преобразить себя и вас. Призывая, привлекая для омоложения энергии Солнца, Земли, галактики, Вселенной, мы не только запускаем процесс необратимого омоложения, но готовим себя к великому переходу. Эти космические энергии уже начали приходить на Землю, постепенно возрастая. Мы же их призываем во всей своей силе и мощи, чтобы они трансформировали и преобразили нашу природу в соответствии с той новой реальностью, в которую перейдет человечество после Великого Перехода. Процесс, который происходит с человеком в этой практике, очень сложный, многоплановый, многоуровневый, многопространственный. Ведь в нем задействуются все структуры мироздания, и макро, и микрокосмоса, и клетки на уровне ДНК, ее слоев, энергоуровней и генов, и всей духовной и материальной Вселенной. Представьте, какую трансформацию проходят клетки, когда гусеница, например, превращается в бабочку, когда существо ползающее переходит в существо летающее.
Прежде эволюция происходила сама. Сейчас впервые в этом процессе участвует сознание. Наше сознание. Мы учимся управлять эволюцией, мы можем задавать ей программу, мы способны конструировать новые клетки, новую реальность, новый мир. Потому мы, как боги, обладаем, подобно Богу, силой творения. Поэтому следует понять, что волшебство этой практики не только в запуске необратимых процессов омоложения, но и в переходе нашей природы, наших клеток в новое качество. Исцеление омоложения – одно из свойств большого процесса трансформации тела, перехода в его новую клеточную кристаллическую структуру. Делайте эту практику, когда вам будет удобно, как только вы вспомните о ней. Творите ее каждый день, погружаясь в образ на 5-15 минут. Если у вас нет возможности работать, то просто вспоминайте об этом образе, и он уже будет действовать. Одно лишь вспоминание об образе уже производит действие. Он работает, трансформирует вас, столь велика и всеобъемлющая сила этой практики. Вы можете делать ее просто на ходу, приостановившись и сделав шаг в образ, как бы одев его на себя, как энергетическую одежду, и идти в этой одежде, получая ее трансформирующее, омолаживающее действие. Можно, если вы сидите, представить, что образ необратимого омоложения наплывает на вас или опускается сверху, как облако. Не бойтесь ошибиться. Ошибок может не быть. Не может не быть. Вы можете придумывать свои способы вхождения в образ необратимого омоложения. От себя хочу добавить, у меня на стене висит фотография молодости, когда я был в Узбекистане, 7-летний мальчик. Я вхожу в этот образ и вспоминаю, при каких обстоятельствах была сделана эта фотография. Но это я отвлекся. Не смотрите на себя в зеркало с целью зафиксировать ваши позитивные изменения. Сами вы их не увидите, но зато услышите от окружающих. Будьте внимательны к тому, что будут говорить вам люди, фиксируйте их и запоминайте. Ваше существо будет меняться постепенно, потому как все великие изменения происходят незаметным образом. Вы же не замечаете, как растут волосы, но они растут. И вы также незаметно, плавно, постепенно будете переходить, становиться тем человеком, которого вы создаете в образе необратимого омоложения. С вами, с вашим телом будут происходить чудеса. Вы по-новому начнете думать, слышать, видеть. Ну, я, например, прозрел полностью. Чувствовать, осязать мир, отмечайте это. Изменится ваше окружение. То, что мешает вашему переходу, уйдет само, не выдержит новых энергий, которые начнут излучать ваше новое существо. А те, кто примет ваши новые энергии божественного света и всепроникающей любви, напротив, станут вам ближе. Придут новые люди на место, которое освобождается теми, для кого свет и любовь невыносимы. Ваш дух начнет меняться, ваш взгляд будет проясняться. Я это на себе прочувствовал. Становиться свежим, юным, радостным, весенним. От себя хочу добавить, вы начнете радоваться каждому лучу солнца. И вот представьте, что вы с новым взором будете смотреть на себя в зеркало. Что вы увидите? Вы вдруг впервые увидите себя более взрослым, чем были прежде. Хотя на самом деле вы молодеете. Мир будет давать знаки вашего омоложения, говорить вам об этом, а сами вы видите противоположное. Именно потому и дается рекомендация поменьше смотреть на себя в зеркало. Ваше зеркало – это окружающий мир. А теперь я вам скажу, как звали автора этой статьи. Владимир Лермонтов. За что я ему очень благодарен.